Илья Фырин, спасибо большое за донат. Кирилл Блюменкранц, победитель чемпионата по игре на воображаемой гитаре. О! Ну, никнейм... Никнейм одобряем, конечно. With love, please welcome your daddy. Все прям веселятся, радуются, капец. Хорош. I am your father. Бля, это выглядит как очень странное танцевальное шоу. И очень неправдоподобное. Что, типа нарезка его выходов или что? Ну, костюм — мое почтение. А что со звуком? По-моему, что-то из авторских прав убрали. Мировой чемпионат по прыжкам с 10 метров в воображаемую воду, блядь. Не похоже, что на гитаре играет, да? Что-то... Возьмут виконт. В принципе, волосы длинные. Бля, без звука это еще эпичнее смотрится. Donation Alerts не работает или что? I'm excited. Okay. Please welcome back to the stage, all the way from Russia, your daddy! Я бы в говниду взял такого. Вот да, я хотел, но я уже не успел что-то. Вот пока была тишина, надо было говниду подрубить. А что ты начинаешь налёрцем, привет? Работает вроде. Тут музыка к образу не подходит совсем. Это по сути такое бредовое шоу танцев. Вот что это за чемпионат такой, я не знаю, но очень странная хуйня, серьезно. Самое охуенное — это никнейм у него. Как бы самое охуенное здесь — это его псевдоним.
Ну ладно, спасибо большое, Зенат.